Всем привет, друзья! С вами Swim Cybernaik, и я приветствую вас на канале Вот Не Тот. Сегодня мы продолжаем проходить игру Lutius. Сегодня у нас будет третья глава. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас очередная жертва, и это, как мы видим, будет уборщик Айвор. Так, смотрим по карте, куда нам надо идти. Ну, как обычно, маршрут по лестнице. Нам надо спуститься на первый этаж. Так, кто это тут у нас идет? Нэнси. Вот ты где, хорошо спалось, да, блин, офигенно. Мне нужно поговорить с твоим отцом, а с твоим отцом он в мастере на все руки. Ну это, наверное, наш типоша. Айвор, или как его зовут, так, налево. Убраться в своей комнате? Капец. Облом. Мне дали новое задание убраться в своей комнате. Мамаша именно. Что, я не отсюда выходил? Ой. Что я? А, вот. Вот наша. На улице дождь, ливень, электричество вообще просто. Дико. Думаю, мне так как бы напрягает. Так, убраться. Ага, вот они с игрушками. Коробка, я так понимаю, мне надо сюда все это дело бросать. Новая информация о работе по дому. Сейчас я заубираю или в принципе. А 30% отлично. А сколько надо? Туда можно что-нибудь засунуть. Фиг 30%. Ну, значит, собираем мелочевку. Новая информация 40%. Ну, класс. Работа по дому сделана. Текущий показатель поведения 50%. У меня экипаж прокачан на 50%, в танках это бесплатно. А тут пришлось игрушки собирать. Ну ничего, так. Галочка стоит. Все, с этим заданием, я так понимаю, вот, справился. Нэнси тоже убрался. Так, диалог, хорошо. Ну все, занимаемся тогда уборщиком. Куда нам там? В общем, на первый этаж изначально. Did you remember to brush your teeth? Don't make me remind you again. Да что за ерунда? Почистить зубы. Вопрос в том, что я не в курсе, где чистить зубы. Чистит, нет? Слушайте, здесь такие петли. Во, наверное, вот здесь, да? Так. Зубощетка. Где же зубощетка? Есть новый предмет, отлично.
Давай зубы, зубы чистить здесь. Работа по дому сделана. Текущий показатель поведения 75%. Отлично. Зубы мы почистили. Все. Порядочек, порядочек. Порядочек, порядочек. Теперь можно приступать. Так, по-моему, налево, да. Мне налево. Ну, дом достаточно большой. Сюда же, да, по-моему, да. Вот эта маленькая комнатушка. Блин, так надо было здесь почистить зубы. Так, а вот он, этот мастер на все руки. Айвор или как-то, ну... Так, новая запись. Он всегда пьян, уборщик Айвор. Наверное, он не заметит, если я немного изменю его планы. Ну, давай изменим. Список дел уборщика. Так, мы замутили ручку. Это нельзя использовать таким образом. Странно, почему. А сейчас нельзя. Ну ладно. Что здесь еще можно смутить? О, мы мутим ключики. Вообще просто по красоте. Так, я украл ключ. Наверное, мне следует что-то им сломать. Окей. Что будем ломать? В унитазе что-то надо сломать. Так мне надо дождаться. Отремонтировать пианино? Что за? Тогда я лучше пойду. Ага. Вот он уходит. Сейчас я или унитаз буду ломать, или пианино. Так. Ну, походу, в унитазе тут вряд ли. Хотя, когда мы зашли, комната здесь была такая достаточно кровавая. Такое ощущение, что он, в принципе, должен был умереть именно в той комнате. Ага, вот и пианино. Ну, как бы, я так понимаю, что нам надо дождаться, когда он уйдет. С пианино все в порядке. Так, конечно, дружище. Что мы видим? Что мы здесь можем нажать? Уходи давай, товарищ. Педали болты 1,2 дюйма. Так, есть. Выбираем ключ 1,2 дюйма. Так, расшатать болты. Айвор, так. Я украл ключ, наверное, так. Это читал хорошо. Теперь я должен его сюда как-то заманить. Ай, как? Да, именно так и написано. Мне кажется, здесь что-то не так. Лучше пойди и проверь еще раз. Может, сейчас я смогу написать? Нет, это нельзя. Ну ладно. Ну, по идее, он как бы вот, я так понимаю, пошел к пианино. И, в принципе, сейчас все будет окей. Если я правильно понял. Так, ну я не буду заходить вдруг, там, чтобы не испарились, и сюда посмотрим. А, педали постоянно расшатываются. Ага. Ну вот он полез. Так, новая запись. Айвор, так. Может быть, теперь я могу использовать мои новые способности. Блин, у меня есть телекинез же. Так, на двоечке он, по-моему, был, да? Так. Тебя видят. Даже ближе подойти. А, ты что?
Да, но ножки у пианино там именно разбежались. Блин. Порядочек. Третья глава пройдена. Смотрим на справочку. I hate to tell you this, Mr. Wagner, but it seems your handyman is drunk as a skunk. He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents, but I just didn't have the heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events. You can't blame yourself. This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. While this might explain the gas leak, it still doesn't explain